запущенный в Манике 30 марта 2021 года. Каспи – это первый блокчейн с живым подтверждением ставки Proof of Stake, построенный на основе спецификации CasperCVC. О курсе и статистике этой криптовалюты вы сможете узнать в бирже Gate.io. Вы сами знаете, что криптовалюты очень сильно волатильны, поэтому будьте аккуратны и следите за котировками на бирже. Платформа Каспи предназначена для ускорения внедрения технологий блокчейн, смарт-контрактов и DApps в глобальном масштабе. Благодаря своей перспективной архитектуре Каспи разработан таким образом, чтобы платформа постоянно развивалась в соответствии с меняющимися потребностями ее пользователей и была максимально доступна для разработчиков любого уровня. Согласно официальному техническому документу, Каспи оптимизирован для удовлетворения потребностей как предприятий, так и разработчика. Миссия Каспи состоит в том, чтобы открыть новую эру для Web3, поскольку спрос на интуитивно понятные взаимосвязанные сервисы продолжает расти по всем направлениям. Каспи делает это, решая проблему внедрения, предлагая безопасность корпоративного уровня, масштабируемость и децентрализацию в рамках одного и того же протокола блокчейна. Каспи – это уникальное использование технологий блокчейн и метода консенсуса Proof of Stake. Благодаря своему полностью децентрализованному подходу сеть чрезвычайно универсальна с точки зрения вариантов использования. Мало того, Каспи может похвастаться перспективным дизайном с возможностью обновления смарт-контрактов и предсказуемой платой за транзакции. Кроме того, Каспер вводит новый стандарт энергопотребления блокчейна, который на 136% более энергоэффективен, чем сам биткоин. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар, адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения и есть куча преимуществ. А также еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире и имеет положительный бэкграунд. Чтобы начать торговлю, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которую хотим и которую мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржей, но KYC не обязательно. Инновационная спецификация Caspi Correct by Construction CVC является замечательной особенностью сети. Эта спецификация позволяет быстро внедрять блокчейн-сервисы на всех уровнях предприятия. Полагаясь на консенсусу Proof of Stake, Caspi обеспечивает масштабируемость и решения для управления базами данных. Caspi и токен KSPR являются результатом многолетних исследований Caspi Labs. Кроме того, Caspi Labs существует для предоставления услуг и поддержки корпоративного уровня организациям, работающим в сети Каспи, аналогично тому, как Red Hat поддерживает организации, работающие в экосистеме Linux. Благодаря уникальному опыту команды, работающей с сервисами в организациях корпоративного программного обеспечения, таких как Adobe, Avalara и Google, Caspi Labs имеет уникальную возможность сделать Caspi фактически блокчейном для растущего числа корпоративных организаций, которые хотят создавать в среде Web3, но требуют более специализированного уровня поддержки, чем может помочь наш любимый Caspi Labs. В отличие от других сетей, которые используют консенсус Proof of Work, используемого блокчейном биткоина, Proof of Stake не требует огромных затрат электрической или вычислительной мощности для выполнения проверок и добавления новых блоков в цепочку. Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Ростиксона. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы увидите новости криптомира. Ссылка находится в описании, переходите, подпишитесь.